Так, ну вот догорают. Догорает огонь. Сейчас вот угли прям пышут. Да, вот здесь вот все нанизала шашлычок. Вот. Вот этот вот рассол, который от шашлыка, я никогда не выкидываю. Я его потом тоже ставлю на огонь, он закипает, и он идет как подливка. Вот. Так что будем жарить шашлыки. Я хочу показать то, что Саша сегодня сделал. Он залил стойки. Вода бежит. Залил стойки. Вот, все прогудронил. Вот, залил стойки. Теперь будет равнять, выкладывать полы с палетов. Не знаю, у него какая-то своя новая технология. Никогда об этом не слышала. Ну, посмотрим, что будет. Вот, кухня будет, получается, 4х3, 12 квадратов. Вот. Вот как-то так. Здесь у нас была трава прежних хозяев. Они все что-то выращивали там, эту газонную траву. Да, мы от нее избавляемся, потому что я это не люблю. Вот. Тут у меня розарий. Здесь вот пересадила почва покровную розу. Вот она принялась уже. Пошли росточки. Вот. Здесь у меня розы, которые пересаживали. Они тоже вроде пошли. Ну, там есть почки, все вот. А вот она пошла. А то, что дальше, да, да, это я купила в этом году, не знаю. Был мороз, их побило немножко. Посмотрим. Тюльпаны еще не цветут. Это тоже прежние хозяева. Там были, то там. В том году воткнула, но что-то как-то так. Но вроде где-то бутончики появляются. Вот это вот непонятно, что в том году вырастали такая вот стрелка, вот этот бутончик, он выдал стрелку и выходил такой, как зонтик голубой. Я не знаю, что за цветы, может, кто-то знает, подскажет. Название не знаю. Вот там пришел Александр, что-то он привез. Да, все вот таскает стройматериал. Да, да, Саша. Ничего себе. Давай их мне. Цветник, ну, Саш, смотри, какие камни хорошие. Да, такие крупные. Ой, блин, мне вот для моего цветника прямо вот само то. Вон какие. Обалдеть. А он их в стройку. Ну ладно, красота требует жертв. Так, ну вот, готовы шашлык. Вот тут лучок, все. Все очень вкусно, я думаю. Еще покачу. Да, вот тут вот рюмочка. Хлебушек. Вот это вот то, что я говорила, не надо выкидывать. Да. Сашонок, ну как тебе? А? Вкусно? Ну да, видно, что вкусно. Ну все, пока-пока. До новых встреч.